Хочу вам сообщить, что я говорил вчера с послом Туркмении в Киеве, резиденция, и он сообщил о том, что обращение, которое было мною передано президенту Туркменистана, одобрено, и в селе Чешмекёй будет построен детский сад на 250 мест туркменской стороной в рамках межправкомиссии, которые возглавляет с нашей стороны господин Бумаков. Это положение найдет свое отражение в подписании этого договора. До 10 сентября я обещал господину послу, что до 10 сентября будет представлен ему в Киеве, комиссия отсюда выйдет, судакон туда выйдет, выйдет проектировщик, и, скорее всего, с управления промышленности, транспорта и связи, начальник управления, они встретятся с послом и представят ему проект, стоимость, и обговорят варианты, как это будет строиться. Или это туркменская сторона построит, или деньги будут перечислены, и судакон будет строить. Посмотрим, в какой форме, но тянуть не надо. У нас есть все разрешительные документы, у нас есть решение этого села Чешмекёй, у нас есть практически готовый проект, который был заказан, но еще полгода назад. Я знал, что такое решение будет, поэтому у нас до 10 сентября все документы должны быть представлены, и с будущего года должно начаться строительство этого детского садика. А мы туда закладывали специально капсулу. Когда мы закладывали капсулу, я знал, что мы его построим. Поэтому мы с вами его построим. И это хорошая новость, потому что этот детский сад позволит обеспечить устойчивое снабжение нормальным питанием, процессом обучения детей в селе Чешмекёй. Сегодня там самое худшее положение дел в автономии. В вопросах питания, организации, учебного процесса и многое-многое другое. Потому что нет удобств там. Все здания, все 5 детских садов приспособленные, все 5. А это будет типовое, хорошее здание, красивое, современное, технически оснащенное, построенное туркменской стороной.